нашей школе есть музей истории села Среднеивкино. Уже разработано много экскурсий. Эти экскурсии составляют ученики школы, так как музей вызывает у них большой интерес. Мы узнаем интересные факты, историю села, биографию людей, живущих здесь. Память о прошлом. Без знания корней любой народ обречен на вымирание. И мы, создавая музей, старались следовать главному принципу, чтобы люди знали свои истоки. И чтобы эти истоки сохранялись. И не только мы планировали их сохранять, но и передавать будущим поколениям. Все, что есть в нашем музее, это собрано, принесено сюда жителями нашего села и округи. И за это огромная благодарность всем, кто принимал участие и продолжает пополнять наши музейные экспозиции ценными экспонатами. И отдельное спасибо Николаю Викторовичу, благодаря которому этот музей существует и развивается.